Добрый вечер. Продолжаем кокон. Надеюсь, сегодня я его уже допройду. Так, нет, геймпад забыл включить. Я закончил на том, что я получил четвертый шарик четвертого цвета. И я сейчас в нем нахожусь. Демон. Так, мне нужно протащить сюда шар. А, окей. Вижу. А здесь еще два. То есть все три шара надо принести сюда. Ага. Эпс. А, нет. Ага. Какой-нибудь. Там нужен, наверное, зеленый, нет? А, ну в целом, наверное, без разницы. Здорово, Луксаиш. Так. А может. А может быть корова. А, ну в шары вкладывать некуда. Ладно, погнали так. Придется два раза кататься. А? Стоп. А, все гораздо проще. Мне же надо только так. Теперь то же самое, только с красным, да? А как мне... А как мне белый протащить? Ну ладно, для начала красный, да? Отправляем красный. Не, ну я с тобой согласен, Луксаиш. А ты можешь, знаешь что? Ты можешь не смотреть. Оу. А, стоп. Ты можешь не смотреть, ты можешь просто слушать. Не надо, Луксаиш, банить. Это уважаемый VIP пользователь, подписчик, который прошел через все страдания моего канала. Играю 4 минуты. Привет, Фриман. А я здесь был. Я знаю эту местность. И что?
Ой, бля. Ладно. Ага. Блин, здесь уже все закрыто. Fucking hell. Мне, короче... А! Нет. Мне надо поменять местами. Блин, а точно не сюда. Мне казалось, что я должен зеленый вложить в кра... А, ну это так. Все, господи, че. Спасибо за какун. Хоть где-то он есть. Даже без обещаний меньше, чем три. Спасибо, Флопатий. За поддержку какуна. Так, все, я разобрался. Я понял все. О, мы добили полоску. Хорошо. Пепси с минералкой за ваше здоровье. Спасибо. Так, а как мне теперь забрать зеленый? А, наверное, вот так. Господи. Вы все еще любите головоломки? Жесть. Так, мне что здесь нужно? Оба пронести. Было бы прикольно, чтобы были какие-нибудь еще, не знаю, дополнительные анимации. Вот, например... Например, не знаю, там... Потыкал немного на кнопку, единственное действие, он там, не знаю... Крылышками пошуршал, поскворчал. Так, а здесь куда мне двигаться? То есть, что мне здесь использовать? А, мне здесь нужно положить, наверное, красный... А с зеленым идти, да? А куда? Дорогу не лежу. Так, ага, здесь все закрылось. Угу. Ага. Это все, что я могу пока. Здесь нельзя. Это конец. Дальше только утопиться.
нормально. Бесконечный цикл в одном и том же месте. Так, хорошо. То есть плохо. Мне нужен красный. Теперь как мне его добыть? Красный, зеленый, а может быть переставить местами? А, вот так вот. Окей. Если честно, я про это не думал. Оно само случайно получилось. Тупым перебором. Тупой перебор — это я. Ага, можно сюда, можно сюда. Угу. А сюда нельзя. Так, здесь нужен опять красный. То есть зеленый. Так, но в зеленом я несу красный, так что все в порядке. Так, а здесь мне нужно, видимо, опять переключить. Я в зеленом несу зеленый и красный. Смотрите еще как будет. Сейчас, короче, я перетащу платформу, прыгну и окажусь вон там, на том месте. Видали? Я уже понимаю логику этой игры. Под конец, кстати. Вообще идеально. Так, я еще не все там смотрел. Не, я не после этой игры буду в умный. Я и так в умный. Вы забываетесь, молодой человек. Ага. Здесь закрыто. Где? А мне нужен роботик, да? Да, мне нужен роботик. Ну-ка. Тут без разницы. Какой сюжет у этой игры? О, так, стоп. Плевать на сюжет, мне нужно найти символы. Я уверен, сюжет и лор в игре присутствует. Кто этот мальчик? Кто он? Что он делает? Так. Где?
Где символы? Пока нет. Может, где-то под землей, в смысле, под ногами, может, где-нибудь. А, вижу. Господи, вот они в воде отражаются. Так, квадрат. Треугольник. Пять. Так, квадрат, треугольник, пять. А дальше где? Вот, надеюсь, вы видите, да? Вот он, квадрат. Потом треугольник. А вот где вот от этого отражения? Ну, ромб, не ромб, но я называю квадратом. Так. Квадрат. Треугольник. А, наверное, мне надо вот сюда спуститься. Потом бабочка. Квадрат, треугольник, пять, потом... Квадрат, квадрат, треугольник, потом бабочка, потом 5, а потом методом исключения. Так, квадрат, треугольник, бабочка, 5. Вот. А, ну отражение, кстати, вон есть. Оно в левом нижнем углу, но оно малозаметно. Так, мистер робот. Давай, показывай, куда идти. Блин. Слишком разогнался. Блин, и чё? А, стопэ. А, нет, я здесь все равно. А, нет, 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 нет. Все, я все понял. Это же изич. Это же даже не головоломка по моему уровню. Плыли. Ой. Так, а что мне здесь делать? Какой мне мир туда позасунуть? Это делает? Эй, куда покатились? А, ну понятно. Так, значит, мне нужен будет зеленый, значит, там надо оставить красный мир.
где красный мячик? Пять дилсвек. Пять мол. Так. Я что-то не туда иду. А сюда нельзя. Значит, мне нельзя добыть. Ай! А как мне добыть сюда? Я знаю, что я в зеленом мире, но почему-то я таскаю два шарика. Зеленый и красный, если присмотришься. Так, а что будет, если сюда? А, может... Не, я туплю. Короче... Понятно. Может, мне теперь вот сюда куда-то? Ага, вот она куда приехала, да? А, я понял. Я понял. Короче, возвращаемся сюда. Потом идем. Нет, не сюда. Кладем. А, нет, не. Да блин, я думал, там сферу можно положить, а там нельзя положить сферу. Кладем вот так. Нет, логика не сработала. Без сферы я... Без сферы я какаха. А здесь я не поднимусь. И я не могу вспомнить, где я. А-а-а. Окей. Все, теперь все понял. Теперь надо нажать кнопку. Потом спуститься, а потом делать вот так. Теперь мы открываем. А теперь мне нужно забрать зеленый, зеленый вон там. Идем вот так. Забираем. Поднимаемся наверх. Так, ну роботика мне не... Роботик мне уже не нужен. Вот мы... И вот мы здесь. Стопэ. Все-таки нужен роботик? Thank you.
чтобы внизу попасть. Не-не-не, это здесь не работает. А, стоп, господи. Все. Забираем, короче, роботика, идем сюда. Топаем на платформу и оказываемся вот здесь. Теперь я могу открыть. И теперь он мне что? А где два остальных мира? Ой, ты не спрашивай такой вопрос. Я, короче, прошел фиолетовый мир, но потом прошел по мосту из фиолетового мира в зеленый. И, короче, вроде как, вот, видишь, вот этот мост. Я сейчас приду в фиолетовый мир. Здесь никак. И вот это фиолетовый мир. А теперь я вот он я, короче. Видал? Это очень сложно объяснить. Где остальные два мира? А вот они! Так, сюда нужно какой-то шар притащить. Допустим, вот этот, да? И чё? Зеленый, фиолетовый, белый, красный. Может, порядок не тот? Ну-ка, а это что? А, белого не хватает. Нет, белый есть, красный. Короче, зеленый в красном. Ладно, зеленый. Так, сейчас. Давайте, там говорят, что надо зеленый забрать. А зеленый у меня в красном. А нет? Или красный в зеленом? Красный в зеленом. А, нет. Так не пойдет. Или стоп. Не, ну тут 100% только по красному, да? Окей. Мне нужно, короче, зеленый вложить в красный. Чтобы пройти. Да здорово, Зуван.
чтобы я еще раз играл в головоломки. Ага, вот все. Окей. А где белый? А вот белый. Стопэ. Так. Какой там порядок? Зеленый. Окей. А как мне теперь зеленый извлечь? Unbelievable. Я поспешил, видимо. А все? А как разложить шар? Ладно, попробуем так. Господи, как? Как дурак, блин. Стопэ, подождите. Сюда кладем. Потом забираем белый. Господи. Белый сюда. Теперь меняем местами. А теперь спокойно забираем зеленый. Да, тут все очень неплохо сделано с точки зрения ограничений. Так, зеленый, фиолетовый, белый, красный. Зеленый. Потом фиолетовый. Фиолетовый куда мне класть? Нет, мне фиолетовый надо сюда класть. Не угадал. А, это показывает уровень вложности, наверное, да? Зеленый, потом что должен? В зеленом должен быть фиолетовый. В зеленом должен быть фиолетовый. Это зеленый. Короче, берем фиолетовый. А, надо строить от этого, от конца. Нужно красный отнести в белый. Нужно красный отнести в белый. А в белом-то негде красный хранить. Интересно. Здесь я не пройду. Вот только сюда могу. А, могу вот так вот. Все. Не, все окей. Да, утка в яйце. Так. Так, белый, красный в белом. Белый в фиолетовом. А фиолетовый в зеленом.
Вип-вип-вип, 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 твой сигнален джип. О, ничего себе. У нас VIP-пользователь. Это надо отметить. Точнее, надо вручную прописать команду. VIP. Джокер. Кер. И уже, кстати, не второй. И не второй. У нас еще есть там Лаксаиш. Есть Лерой, по-моему, если мне не изменяет память. Так, вы меня сбили со своим вип-вип-вип. Так, красный в белом, белый в фиолетовом. Уже есть, а фиолетовый в зеленом. Все. Погнали. Теперь все будет. Красота. Блин, он разложился на плесени липовый мед. Это что за мир? Вулканический. Я, кстати, все шары отобрали. Возможно, я теперь узнаю всю правду про ежа. Что ж, летим. Лети, как он, лети. Ой, там елки. Это, конечно, елки. Так. Боже, на меня наконец-то показали крупным. Ой, что со мной делают? Меня показали крупным планом. Я сам превратился в мразь. Или я просто ускорился? Конец. Шар, шай, ой, господи, как это, Мандельброд? Это что, конец? Господи, геймпад не дрожи. Это солнечная система. Практически. А я теперь повелитель вот этого всего. Господи, конец.
Все? Блин, мне не хватило всего полчаса вообще. И тут есть разные концовки? И титры не скипаются. Понятно. Так, пойдем смотреть эндингсы, да? Какун Endings. Secret Ending Explained. Story and Ending Explained. Secret Ending. Так, ну чё, сейчас мы это выйдем. Так, мы выходим. И Window Capture. Window Capture мы делаем вот это. Так, есть просто, есть Secret Ending. Давайте посмотрим Secret Ending. Чего? Да, это я запустил без своего аккаунта. С рекламой. En groeien. Maar wat het brein niet kan, kan jij met Strato. Maak een website voor jouw idee. 1 jaar voor 1 euro per maand. Strato. Gedacht, gedaan. Gedacht, gedaan. А как получить секретную концовку? А, типа есть куча таких чувырл, которые... во вселенной летают и таскают эти миры. То есть не одна чувырла есть. И они типа радуются жизни. А там еще большая чувырла. Так, хорошо. Ладно. Давайте Secret Ending. Вот, Secret Ending Explained. Ну-ка. What a surprise. And those of us players who have seen it have been left wondering, wait, what? This ending is so out of the blue and confusing. And what's even more confusing is how you access this super secret ending. I want to give a big shout out to the dedicated gamers who put their big brains together and figured all of this out because I could have never. First, you have to find several locations of these big blue triangles around the world. These are your clues to discovering 3 different sequences per area that each correlate to the numbers 1 through 5. The blue triangles also cluster around the glyph puzzle locations and have to be activated by inputting the 3 different sequences to create a sort of beacon. Full disclosure, I was only able to solve 2 of these puzzles, but this is what it looks like when you've done it correctly. When the cutscene opens, we see what appears to be other gods of worlds carrying other galaxies. We know from the ending of the main game that the god watches over the world through a translucent orb, sort of like looking through a snow globe. And we can see within all of the orbs they are carrying that there are tiny planets and also a sun in the center, just as there is a sun in the center. Типа заявка на сиквел, наверное, что типа будет много какунов. And colors that correspond with the worlds in the main game, including there being 3 purple gods, just as the purple guardian was 3 guardians joined into one. But embedded in them is also the small white orb that the guardians release when they are defeated, so maybe they're guardians too? Either way, it does suggest that the beacons activated some form of alert that brought back these specific creatures to where our protagonist is. But then we see that the new galaxy is encapsulated in something. Perhaps it's drawing from an energy source or tethered to a bigger world. Not quite sure, but if you look closely, you can see that our protagonist takes notice of these newcomers and it looks... Не, ну догадаться о том, что там вот эти вот херни в текстурах, это цифры, а потом это паттерн. And judging by how one of the gods sort of leads the charge makes me wonder if they intend to settle into this
galactic seed shell egg case thing. I don't know. What do you think? Are these friends or are these foes? I feel like this leaves a lot of room for a sequel where maybe it's not just a world within worlds, but maybe there's a connection between different galaxies and having to connect the pieces of a bigger intergalactic puzzle. Я уверен, будет тогда сиквел получается. Clearly connected, and I'm sure that connection all means something in the greater scheme of things. I left a link in the description to the guide for the hints that I used, and I will also include the solutions to the two puzzles that I was actually able to figure out. But what I did figure out is the bigger story to this wonderful game that you can check out for yourself in this video here. Okay, так, там еще было что-то интересное. Story and ending explained. Вот, давайте. How to get secret ending. Господи. A ray of light travels down from the sky and activates a beacon, awakening a small moth-like humanoid creature that emerges from a cocoon. The canyon-like landscape initially gives the impression of nothingness, but off in the distance there is what looks like a fortress wall and a field of statues that appear to be part of some ritual or ceremony. Then there is also the alien technology that appears abandoned from long ago. Cocoon is a game about worlds, but not just a game about worlds, a game about the protection of those worlds to ensure their regeneration, bringing back the life that has been lost throughout the eons of their existence. When the moth activates a portal that flings it up and out of the atmosphere, it's revealed that the canyon-like biome was, in actuality, safely tucked away inside of a glowing orb, inside of a vault, and watched over by an insect-like guardian statue. Larger and more imposing than our new insect friend. This guardian angrily awakens and disappears inside of the orb to more closely look after what they are actually protecting. Tiny creatures inside pods. Интересно, сколько я делали. Filled with the potential to become the beating hearts of a new civilization. And likely also the future worshippers of their protectors. The moth then picks up and carries the weight of the world around literally on its shoulders. If the image of Atlas holding up the celestial sphere comes to mind, well, you're in pretty good company because I did too. By the way, Atlas doesn't actually hold up the world, as many people commonly believe, but that's probably one of the first associations that comes to mind when you see this beetle toting around this tiny globe. Дескать же, как разработчики до таких вот идей додумались, как он таскает, вот что люди потом начинают это все разматывать. And this little moth must also battle guardians for control of the cosmos and the weight of the world, but not as a punishment. After defeating each guardian in battle, a power is released, which grants a special ability to the orb that the world is contained in. The moth uses these orbs to activate various mechanisms, jumping in and out of them via liquid portals to traverse worlds within worlds or carry more than one world at a time. The orange orb allows hidden paths to become visible. The green turns elevators and platforms from solid to gas. Purple is able to be transported by being grown and plucked from spores. And the gray fires a laser that activates cosmic crystals. It was only after obtaining the gray orb that my understanding of this universe started to shift. Because once reaching the door that Все, что им нужно для сиквела, это просто придумать миры, сделать несколько миров типа с похожими механиками, ну типа со старыми. Но просто придумать новые миры с новыми механиками для сиквела. Типа вот здесь как белый стреляет, а им нужно там, не знаю, какой-то серо-бурмалиновый вкрапинку, который, не знаю, там гравитацию отключает, например, или переворачивает мир вверх тормашками. Да что угодно, тут можно бесконечно придумывать. Fellow protectors, another step in the journey. A test of whether or not the one released from the cocoon is deserving of the immense responsibility of holding dominion over this universe and the budding lives within it. A series of trials that have happened time and time again. Не будет эффекта новизны, но все равно люди же покупают головоловки для того, чтобы посидеть, подумать. It makes so much sense to me that these aliens were akin to insects, because insects work tirelessly and without rest, driven by pure instinct and a drive to complete whatever they were hatched to do.
generation after generation, just born with the knowledge of how to complete complex tasks such as completing these glyph puzzles. Once the god hands over the purple orb and the final test is complete, the torch has been passed and it disappears, with the moth ascending to an ethereal plane where the statues of the four world guardians await, relieved of their duties. The released moon ancestors have also come here, with the moons they were once holding now rotating on an axis. The ancestors... Стоп, я вот здесь не был. ...once holding, now rotating on an axis. The ancestors were found surrounded by the same black goo from inside the moth's cocoon, and it also seems to power the orbs, a power that will hopefully bring back new life. With their unique properties, the biomes have to be placed one inside the other to create a seed of sorts. The arid and rocky terrain for strength, industry and mechanics for the advancement of technology, organic living tissue for the creation of life, and rain, water, and vegetation for life sustainability. Each sea forms its own planet, and it's encircled by the moons of the ancestors and held in rotation by the gravitational pull of the ethereal world that still rests inside the sun. New planets for a new life. The little moth, now transformed into a new god of worlds, looms over the new universe and awaits until the cycle begins again. Heroes come in all shapes and sizes, as we can see here in the story about a young girl and her companion off to save the world. Окей. Ну, единственное, что вот эта вот тетенька довольно плохо рассказывает, но в целом понятно. Но удивительно, что, короче, очень мало вариантов объяснения концовки. Ну, то есть, типа, я вижу всего, типа, там, от одной тетеньки два видео. А в основном walkthrough, и есть какой-то... А, вот что вот это еще такое? Had je graag wat meer te besteden gehad? Op Vinted verkoop je jouw tweedehands kleding. En wat je verdient is helemaal van jou. Verdien wat extra en geef wat extra uit. Verkoop op Vinted zonder verkoopkosten. Okay, so first and foremost, I love puzzle games. It's one of my favorite genres, and they've provided me with some of the most unique and rewarding experiences in the gaming world. А чё, реклама? Vinted — это сервис для... Ну, это типа eBay местный. Ты можешь там продавать всякое. Что такое с качеством? I knew I was in for a ride, and I was dying to know what laid ahead. However, and I really hate to be that guy, I do, but when I watched the credits roll, 3.5 hours later, I was glad it was over. I don't За 3.5 часа прошел? Это мозг. Он сказал, что он любит пазлы. But I don't care. Although I actually do like the way the game wrapped itself up in the final minute, the puzzles and boss fights throughout were just boring. To get out of the way, I mean, the boss fights, they're easy. And I'm not trying to say that I'm good at games either, I'm not, but the boss fights are just cosmetic and provide little to no real threat, and that's fine. I mean, I know that's not the draw for the game. Easy. They actually are pretty creative, and I enjoyed the change of pace, but the puzzles, they are the draw, and for those, it felt like my hand was being held the entire way. That's not to say I didn't have to stop and think, because I did occasionally with a couple aha moments, but for the vast majority of the time, whatever idea first popped into my head would turn out to be the solution, and I'm not a fan of that. One of my favorite things about puzzles is when you think you know what's next, and then the game flips you on its head, basically mocking you for being so sure of yourself. Whereas in Cocoon, you almost always know what's coming. I found myself picking up orbs and mindlessly setting them down in the next available spot, just for that to open up a door where I continued to repeat the same motions. It felt like I was watching the game play itself. When I first started, I loved the hands-off approach, and how it just let me wander the world as I pleased, but as I played more, I found out I wasn't wandering at all. Instead, it's a pretty strictly linear path with nowhere to turn. The game starts to feel more like an overcomplicated level-selecting menu rather than the world-transcending orb inception that I signed up for. I kept waiting for the game to surprise me, but it continued to play by the rules, and... Короче, любитель пазлов разочаровался в игре. ...doesn't make for a very memorable one. For me, this type of game borders an aesthetic walking simulator way more than a puzzler. And although others do seem to love this genre, I don't really get it, and I'm gonna personally have to wait for something else to scratch that itch. Something like the Talos Principle 2? Please? Please come out?
soon. Thanks for watching. Let me know your thoughts below. Let me know if you're playing the game. Короче, еще одна херня, которая тоже ничего особо. Secret ending world. Окей. How to get secret ending. Ну, тут, собственно, как он review. Gaming world. А что так мало вообще? Мало просмотров у ревью вообще. Какун эндинг. 1500. Какун ревью. Вот у IGN с Нокой 163 000. Давай, Витнес, вам вообще меня не жалко. Вы вообще меня не любите и не жалеете. Что интересно, что IGN им поставил? Сладюли ока. Julia, eet jij nu chips? Is het chips? Het is ovenbaked. 50% minder vet, heerlijke smaak. Het is ovenbaked. Without a single word. Without a single word, Cocoon takes a small, cicada-like creature on an exciting journey through the cosmos using only a thumbstick and a single button. That setup should sound exceedingly familiar for fans of gameplay designer Jeppe Carlsson's previous. Так ладно, сколько? Ей поставили 9 amazing. Okay. Puzzle games, check out our reviews of Trine 5 and Viewfinder. And for everything else, stick with IGN. Ну, окей, ладно, 9 меня устраивает. Мне тоже понравилось. Было несколько сложных моментов для человека, который в пазлы вообще не играет, но в целом хорошо. Так, у меня есть еще где-то час, я думаю, что можно попробовать фимбоя потыкать, но я там забыл совсем, как играть. Либо посмотреть, что у нас еще есть в геймпассе такого. Those remain, че? Всего 2 скриншота. Удиви нас. Ну чё, то есть я вижу в чате Fimboy, вижу Hunt. Resident Evil 2 появился, кстати. Assassin's Creed Valhalla появился. Close to the Sun. Far Cry 6 не хочу. Against the Storm. Pillars of Eternity. Definitive Edition. Так. Tomb Raider. А какая? Close to the Sun попробовать? Не, сейчас я новую не хочу. Мне вот... Ладно, короче, сейчас. Сейчас. Так. Пойду, короче. У меня, кстати, была library, которую я составлял по вашим просьбам в Game Pass, но она была, блин, составлена 1000 лет назад. И я из нее так особо ничего и не выбрал. Ладно, пойдем, короче, в Fimboy. Так, все.
Пойдем в Lies of P.